Доброго времени суток, дамы и господа. Примерно около года назад мы грабили банк, и это было, прошу заметить, довольно-таки успешно. И вот сегодня мы решили вновь попробовать это сделать, но уже, знаете, просто больше, так скажем, по фану, без какого-то плана, без какого-то там серьезного, так скажем, закупа и прочих затрат на вооружение. В общем, просто попробовать посмотреть, что-то поменялось в этом плане или нет. Собрали немного людей и пошли, собственно, в банк ждать ночи для того, чтобы открыть хранилище. В общем, приятного просмотра. Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Мы готовы. Видишь, машины наверху мы уже подготовили, поставили, куда мы банк складывать? Красная. Черная просто, чтобы ее немного с виду скрыть, что мы там делаем. А в красную это основа, куда будем складывать бабки. Там через люк. Все, заходите, я закрою. Блэк, когда залезать будешь, дашь мне ключики? Я последняя, пока пусть по тебе остальные лезут. Дед, поднимайся наверх через его голову. Вы там не пройдете? Иди сюда, все, иди сюда. А, я понял. Так, подожди секунду. Так, оружие пока убери, оно сейчас понадобится, потом достанешь. Нам сейчас дверь придется открывать. То есть вот сейф, там из сейфа все бабки надо будет тащить наверх. Двери там надо будет открыть, но я потом объясню. Так, что там внизу? Ё-моё, давайте быстрее там. Да, открывай. Установка дрели. Запуск 3, 2, 1. Так, Саня, ты тогда, получается, что сейчас, какая дверь будет на следующая? Вот эту дверь надо спилить, блядь, дед, можешь спилить дверь? Только не сейчас, когда сработает сирена, не сейчас. Здесь болгарка будет? Есть, а две штуки взял. Да и еду болгарку, я сразу не знаю, когда буду ломать. Да, когда сирена сработает, пилите все. Как только эту дверь откроешь, выключи сигналку и открывай верхние двери. Там справа зайдешь, там будет панель управления. Так, сейф открываем. 3, 2, 1. Не прошло. Открываю сейф. Сейчас может сработать. Нам требовать дали, походу. Нет, это не нам. Нам. Нет, это другое место. Так, пилите все замки. Пилим. Богдан, пока не светись там, подойди сюда, будешь помогать деньги таскать. Автомат пока убери за спину. Кто стреляет? Открыто. Деньги не могу взять, не могу. Надо пилить дальше. Я спилил уже. Пока не могу. Иди пока на камеру. На камеру иди. Так, готово, спилил. Не можем взять деньги, не можем, пока не получается. Что-то мешает. Ты видишь, что на камеру что происходит? Иди сюда. Нет. Вот, здесь камера, с этой стороны. Работают под нашим тачком на крыше. Я понял. Блин, не могу деньги взять. Слушайте, какая-то хрень происходит. Походу наша машина уничтожена наверху. Я не могу двери одна. Одна все, уничтожена. Одна, вторая осталась. Дальняя уничтожена. Можете сниться, спуститься, блядь, вторая уничтожена. Так, это... Ближайшая уничтожена. Ну чё, пока будем сидеть. Не спуститься кто-нибудь и проверить, может тут дверь открыть или нет. Просто я не могу. Подвинься. Трейдер приехал, походу. Блин, как же этот банк ограбить-то, ёб твою мать. Бабки взять нельзя. Ничего нельзя. Меня взрывчат.
отпечатка. Деньги нельзя врать, взять. КЗ, может, порешал одного. Полиция, сдавайтесь! Че, можешь потанцевать и снова заставить? Давай. Это вам нравится. Есть какая-то ванна? Ты по фауту у меня есть. Что-то я не понимаю, где они, блин, там? Только не туда залезли, всегда не открыто. И что делать нам? Я не знаю, с той стороны. Бля, мы ничего не можем, мы деньги взять не можем. Мы ничего не можем. Здесь отбиваться. Да пиздец, блядь, какой-то, блин. Че, они там танки пригнали уже? Подожди, может, можно уже взять бабки? Дай-ка. А че, уезжают? Нет, они не уезжают. Нет, они не уезжали там. Потанцевай. Блин. Я не могу деньги поднять. Не, но мы их унести не можем. Я не понимаю, как взять, блин. А че, уехали все, что ли? Нет, там все еще есть. Товарищи полицейские, я администратор банка. У нас корпоратив. Я главный менеджер банка. Пожалуйста, создайте данные. Это самое. Интересно, да. У нас тут корпоратив. А вон пытается залезть. Так. Даже ты пойдешь. Да. Аккуратно. Пиздец, тут весь департамент. Сука. Саня, я выйду на крышу. Меня уже выследились. Я не вижу, они выследились, я нет. Я не вижу тоже, блин. Да, есть, они сверху. Эй, на крышу сдавайся. Саня, чё, в последний путь выходить? Чё? Мне выйти на крышу, как думаешь? Не надо. Смотри, смотри. Блядь, Сатя, Сатя! Я убил. Тащи сюда. Второго убил. Они пытались через бак залезть. Что там, есть вертолет, да, уже? Ёб твою мать! Ты один. Я сдаюсь!
Ой, блин. Ну, вот как-то так, дамы и господа. Ну, это было ожидаемо. Пробовали вы, как можете заметить, немного другую тактику. Попробовать зайти через балкон для того, чтобы не шуметь через центральную дверь. Но, судя по всему, там какая-то тема завязана на скриптах, и деньги утащить у нас особо не получилось. Полиция приехала довольно-таки все-таки быстро. Вот, серьезные пушки. Ну, в общем, как и обычно, ничего нового. Нужно проезжать в этот банк, видимо, на танке, чтобы попытаться как-то эти деньги забрать. Вот, ну, в любом случае, это было интересно, и мы наверняка еще раз попробуем, опять же, как-нибудь так, скажем, по фану. То есть, пока что без плана будем, так скажем, больше пробовать, получится у нас что-то или нет, чисто на импровизацию. И в любом случае, хорошо, что я взял жилет смертника, никто никуда не сдался, никакой тюрьмы. Хорошая штука. Что ж, спасибо, что посмотрели данный видеоролик, увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи, всем пока.